опять не все сделал, ё-моё. Пепельницу не очистил, ладно.
страны, из жизни региона. И начнем выпуск с печального сообщения. Скончался художественный руководитель Тюменского оркестра Камерата Сибири Антон Шаров. 92-летний дирижер попал в реанимацию несколько дней назад. Антон Шаров – заслуженный деятель искусств России, знаменитый скрипач, композитор, дирижер, родился в Баку в 1929 году. В Тюмень приехал в 1998, когда был создан оркестр Камерата Сибири. В дирижерском репертуаре маэстро было более сотни программ. Соболезнования семье и близким выразил губернатор Тюменской области Александр Мор. Коллектив ГТРК «Регион Тюмень» также выражает глубочайшие соболезнования родным, коллегам и ученикам маэстро Шарова. Его творчество навсегда останется с нами. Тюмень готовится к проведению цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех». Все пройдет в контексте одной IT-недели, которая начнется уже с понедельника, 11 октября. Запланирована деловая дискуссия, работа круглых столов, обмен опытом. Мероприятие состоится уже в 14 раз, и, как отмечают организаторы, по хорошо проверенной схеме. С соблюдением устоявшихся традиций, но не без новшеств, рассказывала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. Основным направлением будет все-таки рассмотрение, и так или иначе мы будем касаться стратегии цифровой трансформации. Стратегии цифровой трансформации – это те документы, которые были в текущем году приняты во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с указом президента. На самом деле, безусловно, и до этого существовали стратегические документы или документы планирования развития информатизации, но вот такого единого подхода по всей стране, который очень тщательно, методологически поддерживалось федеральным уровнем, не было еще до этого никогда. Другим темам. Количество классов, переведенных на удаленку в Тюменской области, продолжает расти. На данный момент 153 класса в 32 школах региона обучаются дистанционно. В каждом классе заболели по меньшей мере 20% учеников. Классов, переведенных на дистанционное обучение, менее 2% от общего количества в регионе, сообщили в оперштабе. По официальным данным, заболеваемость уровня сейчас превышает этот порог на 32%, но дети младшего школьного возраста стали болеть реже. Гриппа Роспотребнадзор пока не фиксирует. Массового перехода на дистанционное обучение пока тоже не будет, добавили в департаменте образования и науки Тюменской области. Решения принимаются относительно отдельных образовательных организаций, исходя из уровня заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, в регионе продолжают действовать три очага коронавирусной инфекции. В Центре социального обслуживания города Тобольска, в Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в Центре соцобслуживания населения Уфанского района. Смерть 6 пациентов, болевших коронавирусом, зафиксирована в Тюменской области за минувшие сутки. Заболели 253 человека, выздоровели 185, сообщает федеральный оперштаб. В Ханты-Мансийском округе заболели 190 человек, в Ямало-Ненецком 106. При этом более 80% взрослого населения Тюменской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба полпреда президента ВОПКО. Регион находится в лидерах по вакцинации от коронавируса в округе. В Югре полностью вакцинировано 72% жителей от плана, на Ямале 73%. По данным на 5 октября, на Урале привито более 60% жителей округа. От плана его показателя по вакцинации 60% взрослого населения. Количество вакцин в регионах достаточное. Вместе со стационарными работают выездные пункты, где можно поставить прививки. Ушла из жизни Татьяна Георгиевна Ветрова, основатель и идейный вдохновитель группы компании «Растам». Очень мудрый, добрый человек с огромным сердцем. Всегда жизнерадостная, стремящаяся обнять каждого. Она всегда радовалась успехам других. Близкие и друзья всегда будут помнить ее как мать, которая готова обогреть каждого и каждому помочь. Отпевание Татьяны Георгиевны Ветровой и прощание с ней пройдет в храме Архангела Михаила на улице Ленина, 22, сегодня с 11 до 13 часов. ГТРК «Регион Тюмень» выражает глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Ветровой. Скорби вместе с вами. Самоизоляция и контроль. В Тюмени начались массовые рейды по квартирам. В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции специалисты Роспотребнадзора проверяют, насколько соблюдается режим самоизоляции больными и теми, кто находился с ними в контакте. Три бригады в течение дня проверили более 30 адресов, рассказала главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора ведомства Ирина Макарова. Сегодняшний рейд нам показал, что все те контактные лица, которые должны соблюдать у нас самоизоляцию, соблюдают, все находятся дома, но жители законодательства у нас сегодня нет. Если мы не застанем дома, мы звоним на телефон, на контактный
принципе, как бы узнаем, где это человек. За нарушение самоизоляции у нас на лицо составляется протокол об административном правонарушении по статье 6.3, часть 2. Материалы собираются, составляется протокол, и все это передается в суд. На Ямале ведется разработка регионального стандарта качества питания для школьников. В документе указано, что мясо оленя должны быть обязательным продуктом столовых учебных заведений округа. Такая практика уже давно используется в Оксарковской школе-интернате, рассказывает наша коллега Евгения Четвертак. Виктория Анаприенко колдует над тестом. Выпечка у нее получается особенно вкусной, говорят коллеги. Свои секреты повар школы-интерната никому не рассказывает. Она получила их в наследство от бабушки. Свой первый кулинарный шедевр, созданный во втором классе, помнит до сих пор. Бабушки взяла молоко, 3-литровую костерку, и скипятила молоко. И туда, значит, манную крупу попросила, еще рожки добавила. Первое блюдо у нее было. Меню у тундровых ребятишек ежедневно оленина. В диетическом мясе готовят бульоны и вторые блюда. Рыба в рационе 2-3 раза в неделю. Сегодня на обед борщ и гуляр с гречкой. Чтобы накормить в обед 130 ребятишек гуляшом из оленины, нужно 15 килограммов мяса. Тушится оно примерно 2 часа при температуре 240 градусов. В этом году в пищеблоке на 80% обновили оборудование. Теперь десятерым сотрудникам столовой готовить удобно и приятно. Продукты закупают у местных производителей. Мясо еженедельно доставляют с комплекса по Юта. И гуляш, и отдельно и фарш, и бомбы приготовить. Рыбу мы закупаем на своем родном предприятии. Чем более опуска. У школьников пятиразовый рацион. Чтобы успеть накормить ребят завтраком и обедом, повара приходят к 5 утра. В 12 за горячим уже выстраивается очередь. Максим и Данил Нога – братья. Они с аппетитом уплетают обед. Вкусовые предпочтения парням привили родители. Это мясо. И мясо, и рыба, да? Да. А что больше нравится, суп или второе какое-то блюдо? Гуляш, второе. Крепкое здоровье и хорошее настроение школьников зависит от вкусной и правильной еды. Хотя мальчишки и девчонки далеко от дома, блюда национальной кухни ежедневно наполняют их силой и здоровьем и напоминают о семейных ужинах в теплом чуме. И о погоде в завершении выпуска. Сегодня переменная облачность, без осадков, днем плюс 10, плюс 12 градусов. Сейчас наша влага плюс 2, относительная влажность воздуха 86%, атмосферное давление значительно выше нормы, 769 мм ртутного столба, при норме 753 мм, и ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Информация о погоде предоставлена в центре полосы. Бери компанию. Всем привет! Сегодня с вами редактор программы Татьяна Иценко. Птенцов по осени считают. И золотая пора 2021 года также не стала исключением. Телерадиокомпания «Регион Тюмень» готовится к проведению 28-го Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм «Птенец». В разные уголки нашей страны отправлены приглашения для юных радиокорреспондентов и их старших наставников, журналистов, прислать свои передачи на творческий конкурс фестиваля и, конечно, принять участие в нашем радиофоруме. В этом году он пройдет с 1 по 3 ноября в дистанционном формате. Но мы полны уверенности, что это не помешает высокому творческому полету «Птенца 2021». Положение о творческом конкурсе фестиваля вы найдете на сайте ГТРК «Регион Тюмень», кликнув на главной странице баннер с нашим ярко-желтым символом «Птенцом». Там же расположен и электронный бланк заявки на участие. Присоединяйтесь! На этот раз форум радиолингоров страны посвящен году науки и технологий в России. Его девиз – наука творчества. Также специальные номинации конкурса будут посвящены 60-летию полета первого человека в космос и 30-летию нашей программы для подростков «Компания», в недрах которой родился и вырос фестиваль «Птенец». Периодически в ее выпусках я рассказываю о наших выросших линкорах, которые в разные годы принимали участие в создании этой передачи и были участниками радиофестиваля «Птенец».
И сегодня в нашей компании легендарные личности, обладатели первого гран-при фестиваля 1993 года, в то время ученики Тюменской школы номер 1, Евгений Жаров и Алексей Широков. Сегодня Евгений и Алексей – взрослые, изрядно бородатые мужчины, достаточно известные в Тюмени. Несмотря на то, что уже минуло без малого три десятилетия со дня их первого линкорского триумфа, наши птенцы мало изменились по характеру. Женя Шаров все такой же эмоциональный живчик, сыплющий идеями и норовящий одновременно быть в нескольких местах. Леша Широков по-прежнему рассудительный, неторопливый и системный во всех своих словах и делах. Вы помните, как называлась ваша передача? Первая передача, которая была уже в таком большом нашем областном эфире, как она и называлась, «Один дома», мне кажется, это была первая конкурсная. До этого была «Перемена», которая выходила и в школе, и в эфире компании. Помнишь, Миша, называлась передача, с которой вы завоевали гран-при? «Один дома», помню. Еще было у нас длинное место, где мы там разговаривали с разными людьми насчет аномальных явлений и прочего всего. Потом еще делали интересные вставки из разных фильмов, там еще нашинковали такую хитро придуманную передачу, было очень весело, мне казалось. За что и получили, да? Да, от преподавателей, потому что мы взяли нашего очень уважаемого преподавателя по астрономии, и он там высказался, и мы сделали такую перебивочку. Короче, Склифосовский, тебе не интересно, не мешай, пожалуйста, дальше. И вот, значит, Лешу прям подставили перед классом, расскажи эту историю. Да, у нас вышла эта передача, мы, в общем, ничего такого плохого не имели, конечно. Просто, да, нам показалось, что уместно будет сказать шуточку. Мы же школьники, школьники были, нам как все приличия соблюдать особо. Ну, мы, конечно, старались, но не особо не думали. На уроке сказали, что ай-яй, так надо было делать. Ну, и тем не менее, он преподавателем с этим в хороших отношениях стали себе во время учебы и во время университетской моей учебы потом. Я часто эту историю рассказываю тоже где-то, и вполне такая долгая история, я считаю. Здесь я предлагаю ненадолго прервать нашу беседу с первыми, надо сказать, неоднократными обладателями гран-при фестиваля «Птенец», авторами компании «Века 20-го» Евгением Шаровым и Алексеем Широковым, и послушать передачу, с которой они взяли второй гран-при уже в 1994 году. Называется она «Энное место». Год 1587 от Рождества Христова. Ермак со своим войском пришел на сибирскую землю. Побили они кучумское войско, и повелел тогда Ермак Тимофеевич разбрестись воинам своим по окрестным лесам и татарским селениям и принести к ногам его дань несметную. А яко же кто из воинов более других добудет, тому жалует он шубу со своего плеча. А кто с пустыми руками вернется, не сносить тому головы. И пошли воины исполнять волю атамана. Были среди них понятка попов, Никоголиков, да Васька, сын Иванов. Знали они от старого татарина, что есть в ближнем лесу место, где ягод и зверья видимо-невидимо. Но охраняет ту землю злой дух. Много охотников ходило туда, но ни один из них не вернулся. Зовется это место «Чертов лес». Сами татары туда не ходят и другим не советуют. Послушались добытчики мудрого совета, отправились в лес. Долго ли коротко шли они, пока не набрели на лесную поляну? Смотрят и дивятся. Среди зимы ягоды спеют, да куда ни глянь, зверьё всякое бегает. Стали добытчики ягодами кузова набивать и зверей подстреливать. Вдруг откуда ни возьмись, поднялся ветер, закружился снежный смерч, потемнело все вокруг, и охотники увидели, как потом по всем показался черный лоб.
желательно сделайте. Чем раньше, тем лучше. Ничего не понимаю. Что-то я не все понял. И вообще, одним астрономом ты не отделаешься. Ну хорошо. Вот тебе еще один специалист. Он-то тебе все объяснит. Бомбармия. Да-да-да. Чергуду. Говоря по-русски, аномальная зона – это зона, где происходят какие-то нехарактерные для общечеловеческой среды, общеприродной среды явления. Ну, например, вот бывают такие аномальные зоны, где с ним взрослый полтергейст, которые потом иногда дети привозят с собой домой. Заходим в лес, дети чувствуют запах шоколада, тортика, всяких пирожек. Все начинают бегать между деревьями, нюхать, искать, и взрослые ничего не чувствуют. Или наоборот, проходим чуть дальше. Аномальные зоны никогда не...
он не таков. К тому же, стал записывать только то, что ему вздумается. Не работали микрофоны. Люди, увидев нас, просто разбегались в разные стороны. Слушая кассеты, мы с удивлением обнаруживали на них вместо записи странные шумы. Порой мы даже не могли вспомнить, что происходило 20-30 минут назад. Поэтому и выход в эфир нашей передачи все время откладывался. А как же тогда ты все это запомнил? А потому что я записывал. Ну ладно, так и быть. Не пойдем. Испугавшись последствий, мы не рискнули встретиться лицом к лицу с неизведанным. А тем, кто окажется смелее нас, мы можем дать несколько полезных советов. Совет первый. Не пытайтесь поймать такси в аномальной зоне. Совет второй. Если вы ничего не можете решить на контрольной, пересядьте. Если и это не поможет, попробуйте в следующий раз учить уроки. Прежде чем войти в кабинет директора, убедитесь в отсутствии аномальной зоны. Если гуманоид не хочет давать вам автограф, не отчаивайтесь. Дайте ему свой автограф. А главное, не забывайте, что эту программу подготовили и провели Евгений Шаров и Алексей Широков. До новых встреч в эфире. Всего чуть более четверти века минуло с этих заключительных слов Евгения, и вновь в эфире этот творческий дуэт с воспоминаниями о своей Винкоровской Кинцовской юности. Продолжая разговор с первыми обладателями гран-при нашего Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм «Птенец» Евгением Шаровым и Алексеем Широковым. От компании не отрывайтесь. Присоединяйтесь. То, что вы пришли в радиопрограмму компании, которая продвигает нашу жизнь в школе, это популярными, известными. Популярными в школе, наверное, я не думаю. То есть, как были, так и остались. То есть, не так, как были популярными, так и остались. Да, поскольку все это же было у нас проводное радио, да, радиоточка так называемая, поэтому мы, я думаю, были популярны среди наших родителей, тёть, бабушек, более старшего поколения. То есть, мы вас слышали по радио. Было такое очень уважительное, я думаю, сейчас у нас осталось такое уважительное отношение к средствам массовой информации, к радио, к газетам, то есть то, что написано в газете, то, что сказано по радио, ну, значит, это правда. Да, мы в школе-то были.
вообще его только служил, не твоя судьба. Пошел в журналистику, как ты можешь сейчас отсосать на свой возраст? Ну, я думаю, да, я бы в любом случае пошел в журналистику, это был глобальный толчок, самостоятельно примерно в том же возрасте пошел в газету, но это было уже чуть позже, да, после радио. Ну, то есть все как-то вот сложилось, да, и случайности не случайно, я думаю, что я бы все равно попал на радио, знал бы про конкурс, пошел бы сам. Леша пошел в другую сторону, это радио от журналистики, куда лучше? Я сейчас занимаюсь программированием, делаю для мобильных устройств программы. Раньше занимался сайтами, просто программами для мобильных компьютеров. То, что мы в конце делали, это тоже можно назвать проектами какими-то. То есть сделать передачу, это может, сначала нужно ее придумать, потом ее нужно написать, потом ее нужно реализовать, собственно, сделать интервью, подобрать там музыку, какую-то по сценарию определенному. То есть очень много этапов, которые ты должен пройти, чтобы получить конечный продукт, передачу, которая выглядит хорошо. Ну, надо, что ваша жизнь была нашарована. Конечно, безусловно, очень рада. И в моей жизни птенец так практически не заканчивался, да. То есть я был членом жюри, я был фотографом фестиваля «Птенец», и думаю, что еще и буду в каком-то и в том, и в другом, или там даже, может, в обоих качествах, да. Можно, говорит, убрать человека от фестиваля, но фестиваль с человеком уже никак не убрать. Все равно птенец, он с нами, он никуда не делся. То есть как бы время от времени ты вспоминаешь, что вот был такой фестиваль, вот, но нет ни одного человека, который был бы на фестивале и не запомнил птенец. И как-то вот частичку не оставил в сердце этого, ну, большого праздника. Конечно, это одно из таких ярких, самых, я бы сказал, событий школьных лет. Ну, и потом еще некоторое время я думаю, что это вот как ты живешь какой-то жизнью своей обычной школе, там ходишь на двойки, тут тебе будет класс, и какой-то новый мир совершенно открывается, зазеркалье, которое ты даже подумать не мог, и ты можешь там поучаствовать, попереставлять какие-то предметы в этом зазеркалье, познакомиться с какими-то людьми, которые там живут, познакомиться с такими же ребятами, которые туда попали, получить очень много новых впечатлений, опыта, навыков. Бесценно, и я прям рад и благодарен судьбе, что как-то тут получилось у нас. Благодарен Жене, что он меня в это дело затянул, и всем людям, которые на радио в тот момент с нами занимались. Хорошее такое ощущение. Всем советую. Вы слушали специальный выпуск передачи для подростков «Компания», посвященный предстоящему Всероссийскому фестивалю детских радиопрограмм «Птенец» 2021. Сначала запись беседы с юнкорами прошлых лет, обладателями первого в Гран-при фестиваля 1993 года Евгением Шаровым и Алексеем Широковым. К выходу в эфир передачу подготовила редактор программы Татьяна Исаева. Будьте в нашей компании ровно через неделю, в это же время. А все выпуски, вышедшие в эфир, также можно послушать на страничке компании ВКонтакте. Чтобы день удался, начинайте его в хорошей компании. И огород. Декоративные кустарники – настоящее украшение приусадебных участков. Их много, они неприхотливые, трудности с подбором культур, подходящих по типу расцветки, обычно не возникает. На какие из них стоит обратить внимание, расскажет главный агроном студии ландшафтного дизайна и декора «Зелень» Ирина Степановна Рыбникова. Они осенью-то самые красивые. Ну, они и осенью, и летом красивые. Смотря какие, да, допустим, зелень белый, если парни, по-моему, как бы и летом красивые, есть декоративные листья, то есть белый рисун на листьях. Этот кустарник декоративный круглый год, даже зимой, потому что у него
завтра.